Так, кнопку включаю, кино начинаю, дату сегодняшнюю. Так. Меня пробило даже идею немного изменить. 10 февраля 2015 года. Задумался он. Часто встречается президентский блокнот. Итак, я его открываю. И внимательно скрытый код и печать изучаю. Дальше мы аккуратно листаем. Астрологические прогнозы пропускаем. И на страницу 9 попадаем. Вот буквально сегодня, буквально сейчас лекцию слушали. Не политика, это военно-политическая доктрина времени. Либо оборона, а если не оборона, то нападение. Личный пример. Нужен герой. Образ создать и успевать. Маяки зажигать. Мечты просыпать. Общий порыв создавать. Итак, чистый лист бумаги. Карандаш, ручка. И каждый может стать Пушкиным. Где такая? На майку. На майку? Да. Конечно же, на майку. Угу. Нанесем на грудь осциллограф, экран осциллографа. Угу. Поскольку тема у нас волны везде имеются, угу, то осциллограф лучше всего может ее отразить. Сначала я хотел сделать здесь, расположить несколько реле, которое позволит переключать характеристики определенных волн, которые будут размещены на экране. Угу. Каждая волна представляет из себя одно из пяти выше. Угу. Вот. Собственно, подписать реле соответствующим образом. Каждым, ну, пусть их будет 5. Вот. Да. Достоверности. Больше, меньше того или другого. Нужно как-то воспроизвести еще линию гармонии, в которую это все будет приходить, когда накладываться друг на друга. Идея, какие у многих как и у многих вечных двигателей, создать резонанс. Uh-huh. И представить человека как такой резонанс. А может быть и не человека. Я думал о внутренней гармонии, которую нужно создать с помощью пяти выше. И этот экран представляет содержимое человека, его души. Как у него волны идут, с какой частотой. И, собственно, нанести их здесь. Ну, а как создать эти символы? Ведь сколько слов тебе понадобилось, чтобы донести? А вот чтобы человек одел майку и больше ничего не говорил. Такая вот идея. И в конце концов нужно получить некую линию гармонии. Вот я ее еще не придумал. Ты видел плакаты, которые разработал Вадим?
Не уверен. Можешь включить? На экране. Пойдем посмотрим. Ну и флешку включить. Флешку, да? Она где-то там. Я же не брал ее. Давай, Дмитрий. Я не знаю, что там. А, флешка. Это лог. Флешку, флешку. Ну вот, кстати, уже символ. То есть в матрице ты или не в матрице. Некий символизм. Угу. Мы биокомпьютеры, и у нас есть штекер. И выкл или выкл. Зависит от внутренней частоты. Да, да, да. Итак, внимание на экран. Он не может найти. Да не, как... вот, все, вот. Как переключиться? С пробелом. Ну, чурку совсем придавили. Джек-октановский родственник. Ну, какие мысли? Надо добавить какую-то визуальную составляющую символическую. Угу. Какую? Добавьте. Подойдите, нарисуйте пальцем. А этого я еще не понял, я думаю.
Если по центру создается такой акцент, то может тогда сделать что-то вроде дерева, на нем расположить разный наш генофон, генетический. Плоды расположить наверху. Да. Шар, шарообразный. Над нами небо, это шар. Девятов говорит, над нами небо, шар. Шар черного цвета, но я вижу, что как из черного он переходит, но меняет, синеет и небесно-голубой прозрачный цвет. Космос. Мы видим небо какое? Синее, что ли? Нет, оно черное. Черное. Правильно, черное. Но можно показать градацию, как от глубины к мелководью приходит цвет. Визуализация? Да. Визуализация. Раз. Это некие шары наверху, да? Крона дерева. Это же некий символизм какой-то. Спираль. Мы можем прокручивающийся увидеть 3D. Земля. Квадрат. Посередине треугольник человек. На этом дереве. Да. Древо познания. И на древе познания как раз содержатся все знания. Да, да. И под каждым словом перевод либо на английский, либо на китайский, ну, в общем, для разных стран сделать синхроны. Отличная мысль. И, возможно, даже с транскрипцией, чтобы люди могли изучать русский язык, например. Понимаешь? Да. Вот. А дальше QR-код, где можно зайти и прослушать, как правильно произносится «Честь преодолевает предательство». Понимаешь, да? На QR-код зашел, ты такой, а это как по-русски будет? «Культура преодолевает пороки». Причем разные люди могут с разной интонацией записать и добавить себя в базу данных. Ты можешь выбрать, и мы потом узнаем по лайкам, что больше нравится. «Пять преодолений». Воля народа. У каждого может дать свою... На всех языках? На всех языках. Ну, конечно. Любовь и надежда. Понимаешь? А можно сказать, любовь и надежда. Ну, кто как это? Дух преодолевает рабство. А девятый бы как сказал? Я то сказал бы, дух преодолевает рабство. Правда преодолевает чужебесие. Понимаешь, что такое? А дальше можно предложить фантазию зрительскую. А как бы это сказал бы Чингисхан? Как прочитал бы, с какой интонацией? Как это, возможно, прочитал бы Александр Невский? Как это, возможно, прочитал бы Сталин? И как Путин? Интеллектуальный квест. Вот. Вызываю вас, дорогие друзья. И некто из наших современников может, из наших известных современников, таких как Путин, собственно, может добавить. Да, конечно. По заказу глобальной волны, Владимир Владимирович, умоляю, не рассердись. Нет, как... Не вели меня казнить, а вели мне говорить. Пять высшие. Можно книжки заказать. У неба политика. Девятого. С дарственным автографом. Требуется озвучить. Ну что, товарищ художник, есть еще предложение? Как это все визуализировать? Завтра. Завтра школа здравого смысла. Завтра ждут. Вот это можно напечатать на бумаге и надеть спереди себе как плакат, потому что на майке дорого. Майку изготовить 2500. Если это распечатать на А3 и просто перед собой вот так вот на груди нести. Вот несколько человек попросить встать, они поддержат тут плакаты. Я могу завтра это поехать распечатать. Нужны финальные правки, что предложить. И вообще напрашивается целая линейка, модельная линейка одежды. И у тебя на одежде везде все понятно. Я бы тогда, может, сделал целый градиент от Земли до космоса,
как выглядит атмосфера в разрезе. Отлично, молодец, вот, и круто. И поставил дерево спереди, как стоит ему быть по центру. Вот, это очень центричный образ. Тут по центру нужно что-то живое, стильное такое. Ну, отлично. Что тебе надо, жизнь чтобы к утру прорисовать? Жизнь прорастает в космос. Что тебе нужно, чтобы к утру отрисовать? Да ничего, несколько часов. Ну вот, давай. Завтра я пойду распечатаю. И к 7 часам я приду с распечатанными образцами. Да? Good? Да. Мне нужен вот этот вот плакат. Вот, пожалуйста, Ваня тебе его передает. Что тебе надо? На почту отправить? Да, все. Ну ты ВКонтакте есть? Конечно. У тебя есть, друзья. Ну на странице у меня видел, нет? Вот этот плакат не видел. Как нет? Посмотри. Слушай, очень символично. Я снимаю 5 преодолений воли народа и мудрейшее животное. Есть погонщик, звезды, обстоятельства непреодолимой силы. Творец-создатель создал матушку-вселенную.